Национальный праздник «День взятия Бастилии» отмечает Франция. Под лозунгом «Завоевать будущее» в Париже состоялся военный парад. Традиционный смотр войск провел президент республики Эммануэль Макрон. Знаменитая пилотажная группа «Патруль де Франс» раскрасила небо над Елисейскими полями в цвета французского триколора. Торжественным маршем по главному проспекту столицы прошли представители основных родов войск, элитных подразделений, военных училищ, сотрудники жандармерии и полиции, таможни, медслужб. Почетными гостями парада стали бойцы европейского спецназа «Такуба», ведущие борьбу с джихадистами в Сахеле, и чадский маршевый полк. Участие в шествии приняли муниципальные полицейские Ниццы по случаю пятой годовщины теракта 14 июля. Доступ публики был ограничен из-за пандемии. Зрители должны были предоставить сертификат о вакцинации и положительный ПЦР-тест. Завершили двухчасовую церемонию вариации известных песен в хоровом исполнении и, конечно, национальный гимн «Марсельеза».